это практически все. Сейчас я еще сыграю напоследок одну вещь. Она вообще такая, знаете, инструментальная. У меня есть такой грех, я иногда еще сочиняю инструментальную музыку. Вот, она называется... давайте сначала расскажу. В общем, я когда-то перенял опыт создания инструментальной музыки у Игоря Федоровича Летова. Вот. И он, значит, когда-то в пластинке «100 лет одиночества» поступил таким образом. Он взял фрагмент одной композиции, замедлил его и, закруглив очень много раз, сделал инструментальную вещь, которой заканчивался альбом. Вот. И эта вещь называлась «Отшествие преподобного в пустыню». Вот. Я когда-то решил поступить точно так же. Взял фрагмент одной композиции, замедлил ее и на основе этого фрагмента сделал такую инструментальную вещь. Ну и не придумал ничего лучшего, но, собственно, и нельзя было ее по-другому назвать, как «Отшествие преподобного в пустыню 2». Вот, так что вот, собственно, хотя надо было, наверное, назвать 82, я уже понимаю. «Отшествие преподобного в пустыне 82». Да, так что вот сейчас вот будет вот эта вот вещь, друзья мои. Спасибо вам большое, что пришли. Я очень рад вас всех видеть. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний концерт. Вот, так сказать, даешь драм-н-бейс в массы. Вот. Друзья мои, вот за этим столиком есть мои пластинки. Вы их можете приобрести и, так сказать, немножечко улучшить мою жизнь. Вот. Не намного. Спасибо вам большое, друзья. До новых встреч! We'll be right back.
Спасибо вам. Плотник 82. До новых встреч. Спасибо.